Это вкус маленький. Всем здравствуйте, мои золотые зрители. Сегодня мы приехали всем нашим семейством покупаться в горячих источниках в термальном комплексе Аквавита, который находится в Мостовском районе. Ну, в общем, сегодня будет обзор, посмотрим, что это за такой комплекс, как он выглядит, что здесь есть, что за бассейны. Подробненько весь день будем сегодня здесь гулять, купаться и отдыхать. Ну а пока заселяемся в номер. Заселяемся в номер. Вот такой у нас номер двухкомнатный на всю нашу большую семью. Ну, здесь места более чем достаточно для всех. Много кроватей. Здесь у нас санузел. Ну и коридорчик небольшой. Вот такой интересный у нас номер на выходные. Все, что нужно, есть. Там уже выбирают себе места все. Но это, видимо, наше место. Перед тем, как мы пойдем сейчас прогуливаться по территории термальной базы отдыха Аквавита, вот я покажу вам ее карту. Видите? Ну, с виду она большая. Здесь что можно увидеть? Что здесь есть две зоны бассейнов. Здесь есть, значит, зона для рыбалки большие. Пруды. Мы пойдем сейчас все посмотрим, прогуляемся по всей территории и покажем вам, как это все выглядит вживую. Мы решили первым делом пройтись по территории, посмотреть, что здесь есть, сколько бассейнов. Мы еще не подумали заранее о халатах, которые необходимы тут тоже, чтобы ходить от бассейна к бассейну. С собой не взяли, но здесь можно или купить, или взять в аренду. В общем, сейчас походим по территории, я поснимаю, покажу, что здесь есть, пока светло, пока хорошо солнышко светит. И возьмем халатики и купаться в горячие бассейны. Мини-зоопарк на территории, курочки, петушки на территории есть. Детям интересно. Получается, вся эта база отдыха, она граничит вот с лесом. Если мы посмотрим, видите, забором тут все огорожено, можно выйти. Здесь такой выкопан прудик. А, кстати, у них здесь есть пруды, мы до них еще дойдем. Дальше они. И лес вот такой, видите, тут кончается база, территория базы, начинается лес. Мы сейчас походим по всей территории, поснимаем, погуляем и пойдем купаться в бассейнах. Thank you.
У нас появился сопровождающий. Показывает на всю территорию. Ну вот мы дошли по факту до того самого пруда, про который я вам говорил. Здесь можно рыбку половить, насколько я понимаю. Это отдельная услуга. Хотите поймать, хотите порыбачить рыбку. Ну вот мы прошли всю территорию. На самом деле, не такая уж она и большая, территория всей этой базы Аквавита. Мое первое впечатление, я вам скажу так, вся эта база, она, конечно, уже видно, что не первой свежести, и номера, ну, не самые свежие. Ну, видно, что база существует уже давненько, все такое, знаете, ну, потрепанное чуть-чуть. Но я думаю, что свою функцию термальных источников она выполнит на все 100%. Пойдем пробовать, пойдем купаться. Планы поменялись. Мы решили перед тем, как покупаться, зайти покушать в ресторане в ихнем. Вот ресторан за моей спиной. Море предгорье называется. Вроде должен быть интересный. У нас сегодня обед. Выбор пал вот на море ям. Ну, видите, да? То, про что я говорил. Вроде бы все так симпатично, вроде бы все классно. Но уже чуть-чуть где-то не первой свежести. Основное, наверное, выражение, которое сюда подходит. Но все равно симпатично, молодцы. Что, мы вкусненько покушали, идем за халатами. В принципе, здесь можно и без халатов на самом деле отдыхать, но некомфортно переходить из одного бассейна в другой и от номера в бассейн. В общем, нужно как-то вот быть одетым, потому что сейчас зима, все-таки прохладно. Возьмем в аренду халатики и идем купаться в бассейны. Теперь уж точно все цели выполнены, нужно купаться. Аквавита. Халатики взяли. Идем переодеваемся и на бассейны сегодня купаться. У нас сегодня весь день задача купаться во всех бассейнах. Покупаемся днем, потом немножко отдохнем и потом покупаемся вечером.
для мамы. На маму смотрим. Покупались мы в первом бассейне, двигаем во второй. Ну, классный бассейн, горячая вода. Его, знаете, сама вода, она ощущается, что какая-то она лечебная. То есть что-то в ней есть такое. Не как просто в бассейне с хлоркой, знаете, купаются где-то, вот не теплый бассейн. Это именно хороший термальный источник. Такое мне не подходит. Это для толстокожих. Хорошая такая. Дневные купания у нас на сегодня закончены. Сейчас мы идем в номер, сохнем, потом поужинаем и вечером еще раз пойдем в горячий бассейн и покупаемся. Вечерний уже, темный, такие красивые. Мы переоделись, идем на ужин, сейчас будем ужинать в ресторане. Я уже вам говорил, море предгорье. Это единственный ресторан на этой территории, где можно обедать, ужинать, но завтраки у нас включены в стоимость проживания. Я тоже. Здесь, оказывается, помимо того, что вода лечебная, еще есть и водный тренажер. Сейчас покажу, смотрите. Мощный напор, плаваешь против течения. Уже прям подустал. Нормально, хорошая история. Супер.
немного купаться тоже. Всем доброе утро. Мы проснулись, идем на завтрак, кушаем и едем домой. И, наверное, чуть-чуть попозже я сейчас подведу итог того, что мы увидели здесь. Перед тем, как идти на завтрак, я подумал, что уже можно сделать выводы о том, что мы здесь увидели на этой базе Аквавита. Ну, смотрите, нужно понимать, что, во-первых, эта база, она не новая, однозначно. Я уже вам говорил в самом начале, что здесь есть, конечно, нюансики, уже потрепанная немножко. Но при всем при том, я думаю, что основное преимущество и основное, для чего сюда люди приезжают, это все-таки термальные источники. Это все-таки бассейны с лечебной водой. Действительно, мы вчера накупались. Вечером, вот когда мы последний раз уже купались, нам уже даже немножко поплохело. То ли от того, что она горячая, и мы долго в ней находились, то ли действительно, что эта вода полезная, и вот что-то, знаете, ну, долго в ней нельзя купаться. Если вы сюда рассматриваете как лакшери отдых приехать, то, наверное, вы не угадаете. Если вы хотите сюда приехать покупаться в бассейнах и, ну, может быть, немножко оздоровиться, точно сюда для этого можно ехать. Также я видел, что здесь вот люди приезжают и достаточно много жарят шашлыков, сидят в беседках, выпивают, ну, тоже ее так вот эту базу воспринимают, как приехать отдохнуть, знаете, классическая история беседок и по совместительству тоже покупаться в горячих бассейнах. Нам понравилось, детям понравилось. Больше времени, наверное, здесь можно провести, но это вот нужно приехать целенаправленно, именно купаться, оздоравливаться здесь пару-тройку дней, понаходиться. Ну а мы покупались одним днем, посмотрели, нам достаточно. Дети уже тоже хотят ехать домой. Мы сейчас идем кушаем и в путь. Завтрак у нас включен в стоимость проживания, поэтому кушаем, что принесли. Детей решили завести после завтрака на один часик перед отъездом в детскую комнату. Ну, детская комната здесь у них платная. Да, у них здесь все платное, кроме бассейнов и завтрака, который включен. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию? 1666. Имя ребенка, возраст? Так. Пока дети в детской комнате развлекаются, мы решили немножко прогуляться еще по территории и поняли, что мы тут уже видели все и решили выйти в лес. Пойти по тропинке немножко прогуляться. Вот такой лес, смотрите, мы зашли куда? Уже почти непроходный. Тропинка закончилась, мы все идем. Нашли вот такую красивую полянку с цветами. Сейчас подумаем, как туда пролезть, чтобы все это снять. Прям вся поляна такая большая, вот туда все это уходит, вот такие цветочки. Ну, камера не передает, но вот так, если вживую смотреть, то такой красивый фиолетовый ковер.
Наше приключение в термальном комплексе Аквавита закончено. Собрались и едем домой. Всем большое спасибо за просмотры. До свидания. Три взрослых, два маленьких.